Рита. Сколько тебе лет? 7. В школу ты уже пошла? Да. Как тебе в школе, нравится? Очень. Как думаешь, учиться будешь хорошо? Есть желание учиться? Ну, есть. Есть? А что еще интересного у тебя в школе? Друзья, подруги появились? Да. Как относятся к тебе друзья? Ну, иногда мы с ними, конечно, ссоримся, но потом... Миритесь? Ну да. Ясно. Мультики ты смотришь? Какие? Ну, много разных. Ну, а какие тебе самые больше нравятся? Очень мне нравятся фиксики, смешарики и... Ну, ничего страшного. Фиксики, смешарики тоже хорошие мультики. Ну, да. А чем тебе вот нравятся фиксики? Ну, не знаю. Просто нравится. Это твои рисунки на стене? Это ты рисовала? Да. А мы же в глазном лежим. Вот это моя подруга рисовала, а я розу красила. Она очень хорошо лошадок рисует. Угу. Это, кстати, лошадка тоже с мультика какого-то. Наверное. Да, это с мультика лошадка. А твои рисунки? Ну, а вот это все остальное мои. А вот грамота из бассейна. Ты в бассейн ходишь? Ходила. Просто меня... Я еще хожу в реабилитационный центр. Меня оттуда, ну, пригласили в бассейн ходить бесплатно. А так вообще платно, но у меня бесплатно, поскольку я от центра. Ну и вот. А что у тебя? Почему ты ходишь в реабилитационный центр? Ну, просто у меня с ногами проблемы. Я почти все время на пальцах хожу. А там занятия, массажи, там, физкультура. Ну, там, в общем. Оно помогает тебе? Ну, да. Вот трудно вопрос, вот трудно мне с тобой, да, разговаривать, но вот хочу тебя спросить, вот как ты относишься вот к войне? Ну, отношусь я к этому не очень. Были ли какие-то моменты вот страшные для тебя, которые тебе запомнились? Ну... Иногда, когда... Ну, когда где-то, ну, сильно бахает, я даже спать не могу ночью, когда, ну, там, бахает сильно. Ну, потому что, вот не знаю, почему, ну, страшно мне. Страшно. Хотя я уже, ну, вроде бы как привыкла, не пойму. Но страшно все равно. Но это нормально. А что бы ты пожелала деткам Донбасса? Счастья. Чтобы скорее прекратилась война там. Здоровья. Мира.